Позывные самого рейтингового проекта белорусского телевидения. Его поклонники уже услышат уже совсем скоро. Сутки остались до решающей вокальной битвы. Уже завтра вечером смотрите суперфинал третьего сезона шоу «Фактор Бай». Креативная команда проекта готовит для телезрителей эксклюзивную программу. Детали постановок не раскрываются и держатся в строжайшем секрете. Известно, что суперфиналисты исполнят по две композиции, одну из которых вы точно уже слышали в их исполнении. С этими песнями они пришли на кастинг несколько месяцев назад. С ними они начали свой путь на «Фактор Бай». Задача постановщиков – наглядно отобразить рост каждого из претендентов на победу. И из выступления на фоне логотипа шоу сделать полноценный сценический номер. А еще готовится звездный мастер-класс. Специально в Минск едет суперзвезда, достойная суперфинала. Кто будет зажигать на первой кнопке, покажем в эфире «Беларусь-1» уже завтра. А пока суперфиналисты тренируются. Мы расспросили их, как они готовятся к решающей схватке и что или кто служит мотивацией. Моя аудитория, которая меня постоянно поддерживает, мне пишет очень много людей. То есть, ну, я не представлял, что вообще, ну, людям-то, я артист, я вам, как сказать, завидую, потому что вас так много внимания оказывают, хороших слов. Это очень приятно, это очень тебя заряжает каким-то таким позитивом и мыслями о том, что, ну, не зря, что ты все-таки этим занимаешься, это кому-то нужно, это очень дорогого стоит. Меня люди ассоциируют с блокнотами, потому что мне по жизни все записано по времени, все честненько. Телефон, вот набор артиста. В телефоне по жизни есть приложение, где по времени вот эти галочки вычеркнуть все, что сделал, что не сделал, календарь. Любимое теперь мое приложение – это календарь, поэтому да, приходится сейчас прям активненько себя организовывать, чтобы ничего не упускать, чтобы все было под контролем. Обязательно выспаться, обязательно зарядиться энергией, обязательно продумать все сцен-движения, какие нужны будут для улучшения номера. Угу. Вот. Ну и, конечно же, смыслы обязательно, потому что песни, которые будут исполняться, они ими наполнены. И, в принципе, все понятно, но есть еще над чем подумать. В суперфинале осталась тройка сильнейших – Даниил Савенья и его тренер Серега, Маргарита Шибаева, подопечная Руслана Алихно, а также свою фигуру на музыкальном шахматном поле выставила наставница Ольга Бузова. За честь команды постоит Алексей Будько. Порядковые номера суперфиналистов вы видите на своих экранах. Кто из них достоин победы, решат телезрители. Будьте активными и голосуйте за своих фаворитов. Включайте «Беларусь-1» завтра в 20:45, и вы все увидите первыми.